Меня зовут Аня. Я из города Владивостока, Приморского края. Мне 16 лет. Я учусь в колледже. У меня много друзей, и с какой-то компанией из них мы занимаемся спортом, с другими можем просто гулять. Я потеряла родителей год назад. Вот так сложилось. Но я все равно стараюсь сделать так, чтобы они гордились мной. У нас в церкви есть программа по самостоятельности. Она включает в себя три подраздела. Один из разделов – это образование для лучшей работы. В нем изложены все те принципы, чтобы получить хорошее образование и после этого найти успешную работу. В своем городе я являюсь куратором по программе самостоятельности. В нашей группе не так много людей. Каждому из них программа помогла в чем-то особенном, в чем-то своем. Некоторые развились более духовно, некоторые обрели какие-то жизненные благословения. Благодаря этой программе я смогла выбрать хорошее учебное заведение и надеюсь, что вскоре получу хорошее образование, которое приведет меня к успеху. Я знаю, что программа по самостоятельности – это очень большое благословение для всех членов церкви. И если Господь так сильно любит нас, то почему бы нам не соблюдать Его заповеди с такой же силой, с которой Он любит нас? Мы должны просто ценить это больше, и поэтому я надеюсь и знаю, что все то, к чему я стремлюсь, обязательно свершится. Я смогу быть хорошим примером для своей семьи, для окружающих.